Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Тростиночки, сьогодні середа, а це значить, що сьогодні ми з вами звітуємо. Звітуємо в моєму марафоні «Нова версія себе». Кожна з вас спостерігав за моєю стрункостю і разом зі мною прийшли до результату мінус 60, мої мінус 60. У вас у кожної свої результати, я вас вітаю, тому що ви нова версія себе. І сьогодні це буде непростий звіт. Я кожної середи, коли я знаходжусь на утриманні ваги або на зниженні ваги, я вам публікую і показую свої результати. Сьогодні це не виключення, тому сьогодні також в кінці відео я вам покажу, скільки я важу на зараз. Пройшов тиждень і кожного тижня в середу я про це розповідаю. Зараз я знаходжусь на утриманні ваги. І моя ціль, я далі все вам розповім. Але сьогодні те відео, про яке я вам казала. Рівно рік тому я стала нутриціологом. Маючи власний досвід, маючи навчання майже протягом року, я отримала диплом, де я можу з вами зараз проводити марафони з супроводом. Ви знаєте, цей рік так швидко проминув, я навіть не помітила. Але я помітила, що є результати. І сьогодні я з вами поділюсь результатами одної з моїх марафончиць, хто зі мною йде. Кожен марафон поступово-поступово йде до нової версії себе. І зараз я вам покажу фото. Да, дівчата, це Алочка. І на сьогодні ви бачили фото, де мінус 40. Я з вами ділилася цим результатом перед Новим роком. На сьогодні в нас вже мінус 43. Тому Алочка тримаємо стрій. Алочка одна із тих учасниць, яка дозволила мені взяти фото і показати до і після. Але за цей рік вже дуже багато дівчат прийшли до бажаних результатів. І я в черговий раз звертаюсь. Хто не соромиться, хто хоче замотивувати моїх тростиночок, хто ще в процесі, хто ще сумнівається, надішліть мені, будь ласочка, свої фото до і після. Якщо ви буде ваша така ласка, ви мені дозволите це все показати, я обов'язково поділюсь цими результатами. Не тільки моєї роботи як нутриціолога, а також і вашої. І 90% – це ваша робота. І ваша робота над новою версією себе. В зв'язку з цим я вам анонсувала напередодні, що я проведу марафон з супроводом на каналі YouTube, да, тобто на каналі «Жизнь худеющей богині». І сьогодні я хочу вас познайомити з тими умовами, в яких буде проходити марафон. Трошки пізніше, буквально через одну секунду, я опублікую відео, де ви побачите меню. Одне із моїх бюджетних меню, на яких я пострункішала на 60 кілограмів. На цьому меню стрункішують мої марафончиці. І ці марафони я проводжу вже майже рік. І це такий ювілейний мій подарунок для моїх глядачів. Тому, якщо ви хочете стати учасником такого марафону, для цього необхідно в коментарях написати свою вагу, свій вік, свій зріст і свої об'єми. І брати на озброєння моє меню, якщо вам воно сподобалось. Якщо не сподобалось, можливо, ви знаходитесь на своєму харчуванні, але є певні умови для участі в марафоні. Ви кожного дня, починаючи з сьогоднішнього і закінчуючи наступною середою, пишете під моїми відео, яке буде виходити тепер кожного ранку, будете писати свій звіт. За день в мене мінус столько-то. І так протягом всього тижня. Це і буде такий мій супровід. Якщо у вас будуть питання в коментарях, я, звісно, вам буду допомагати і ви почуєте відповіді на свої питання в наступному відео. Тобто кожного дня
Протягом тижня я буду записувати до вас відеозвернення і казати: дівчата, хто приймає участь в марафоні, пишіть результат за день. Ви повинні кожного раночку зважитись і написати: у мене за день мінус стільки-то. Ну і задати своє питання, якщо у вас є якісь питання, і це буде на наступне відео, ви почуєте відповідь на своє питання, якщо воно у вас є. Таким чином ви будете цілий тиждень під моїм супроводом, тому що кожну з вас я побачу, результат кожної з вас я зможу опублікувати і показати людям, як це працює. Як працює, коли є режим, коли є дисципліна, тоді є результати. Саме так проходять мої марафони. І тому 29 січня стартує черговий марафон з супроводом. Якщо ви хочете стати учасником, ще триває запис. Пишіть в коментарях «Хочу в марафон». І я вам скину посилання на свій контакт, де ми з вами продовжимо далі роботу. А зараз я з вами поділюсь одним із своїх меню. Це меню я не стала використовувати щось новеньке, тому що це працює і все старе як світ. І беручи оце меню на озброєння, ви обов'язково отримаєте результат. Тому відео приготування одного з моїх меню, яких доволі дуже багато на каналі. Дівчата, тільки трошечки, знаєте, підніміть свою Мері Поппінс і подивіться. Це меню я взяла зі свого каналу і зараз публікую вам. Я витягую, скажімо так, із недр, з цього, цієї скарбнички мого каналу, бо насправді стільки корисної інформації. Ви мені завжди пишете: Олена, я зайшла на твій канал і я кайфую. Стільки нового я для себе дізналась. Якщо у вас є якісь питання, якщо ви чогось не розумієте, приходьте на мої прямі ефіри. Пишіть коментарі, ми обов'язково з вами це все обговоримо. Все, мої любі, беріть на озброєння меню, а в кінці відео я поділюсь з вами своїми результатами, своєї ваги, як я її тримаю, чи не тримаю, ви це дізнаєтесь в кінці відео. Я вас люблю, цілую і ціную. Доброго дня! Я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата, ну що, сьогодні з вами хочу поділитися одним із своїх меню, на котором я похудела на 57 кілограмів. І щоб не бути многословною, я вам зараз покажу, як я виглядала до і як я вигляджу зараз. Ну, я думаю, немножечко мотивации вы уже поймали, поэтому будем стройнеть дальше. Я очень рада, что мои тростиночки, а на моем канале проходят марафоны, мои тростиночки стройнеют вкусно, полезно, а самое главное с умом. И сегодня я с вами поделюсь своим меню на день. Сегодня у меня будет 3 приема пищи. Я с недавнего времени уже перешла на 3-разовый прием пищи. Стройнею я при помощи такого метода, как интервальное голодание. Сейчас это 16:8 с 3 приемами пищи. 8 часов открыто пищевое окно, и туда я вставляю свои 3 приема пищи. Это 9, 13 и 17. 16 пищевое окно закрыто. В течение дня я пью воду порядка 2 литров плюс-минус. После каждого приема пищи у меня либо кофе, либо чай без сахара. В голодную паузу между приемами пищи у меня просто вода. Иногда бывает зеленый чай. Сейчас готовлю, во-первых, очень стараюсь приготовить все быстро, чтобы не заморачиваться, чтобы не находиться в этой провокационной части своей квартиры, которая называется кухня. Поэтому стараюсь все готовить очень такое быстрое, бюджетное, чтобы это у меня не занимало очень много времени. И сегодня я поделюсь своим завтраком. И вот, собственно, мы сейчас не только завтраком, но и обедом, и ужином. Так что дождитесь, если хотите стройнеть так же, как я, без диет и без голода. Значит, что я буду сегодня готовить, девочки? Это будет не овсяноблин, потому что я постройнела, кстати, на овсяноблинах, чему безумно рада. Потому что овсяноблин – это такой сбалансированный, правильный прием пищи. Ну, это на моем канале есть. Кому интересно, пишите
Да, и рецепт овсяного блина я вам сброшу. Рецепт приготовления моего любимого овсяного блина. Значит, девчата, что у меня будет? У меня сегодня будет ленивый хачапури на сковороде. Что мне понадобится? Всю граммовочку я обязательно оставлю в закрепленном комментарии. Я всегда так делаю. Значит, у меня будет лаваш. Лаваш я брала из цельного зерна, из цельного борошна, из цельнозерновой муки. Также у меня будет творог, сыр кисломолочный, 10% жирности. Очень рекомендую, девочки, не искать налевочку, потому что после налевочки вы будете обнулены, потому что очень будете хотеть есть. Поэтому жирность беру от 5 до 10. Также у меня здесь будет сыр моцарелла и немножечко зеленушки. Ну, собственно, пока я больше, наверное, разговариваю, чем сейчас будет приготовление этого вкуснейшего приема пищи. Он же у меня завтрак. Кстати, можно использовать, если вы на четырехразовом питании, можно использовать и как прием пищи полдника. Так, ну что, давайте готовить. Да я уже есть и хочу. Так, ну что, я взяла пол пачечки творога. Немножечко размять вилочкой. Дальше беру сыр моцарелла, терочку. На какую терку вы хотите потереть, крупная, мелкая, здесь это абсолютно не имеет значения. Натираю на терочке сырок. Вместо моцареллы можно взять и твердый сыр, просто будет тогда немножечко выше калорийность. Да? То есть я хочу, чтобы было много, но низко калорийно. Поэтому, собственно, и взяла сыр моцарелла. Дальше добавляю сюда зелень, какая есть в холодильнике. Может, замороженная какая-то зелень. Ну, я люблю, когда лучок с укропом. Поэтому вы уже, естественно, по своим предпочтениям. Добавляю к творогу и к сыру немного зелени. И хорошо все это дело перемешиваю. Можете добавить свои любимые приправы. Я, конечно же, это сделаю. У меня будет... Сейчас я вам покажу, что. Ну, я думаю, вы догадались, что это будет копченая паприка. Ну, вот нравится она мне. И будет немножечко чесночка. Можно также свежий. Все, и опять это все перемешиваю тщательно. Соль я не добавляю, потому что моцарелла, там тоже своя, скажем так, соль есть. Если хотите, ну, можете немножечко добавить. Та же ошибка, когда мы с вами вообще все не соленое, не добавляя вообще соли. Девочки, соль необходима, потому что минералы, наш организм состоит из минералов, микроэлементов, нутриентов, так что пожалейте свой организм. Так, все это я так быстренько перемешала, пока с вами разговаривала. Ну и сейчас, собственно, будет финальная часть нашего с вами действия. По времени очень мало, вообще мало надо. На сухой сковороде, кстати, сковороду уже пора мне менять, что уже моя старушечка, лопатушечка. Значит, разогреваю сковороду, на сухой сковороде буду жарить. Здесь я беру лаваш, вот уже немножечко начинает подсыхать. Кстати, чтобы не подсыхал, можно немножечко его взбрызнуть, да, и тогда будет все хорошо. Так, значит что, теперь мне нужно приготовить, собственно, свой прием пищи. Что я беру? Я беру эту начиночку, выкладываю на лаваш вот таким вот образом. Это такой получился ленивый хачапури. Вот так вот. Так, выкладываю, делаю, придаю ему такую форму, в которой я хочу, в которую я хочу, да, у меня будет это такой своего рода конвертик. Буду заворачивать конвертик счастья, счастья завтрака. Так, вот, вот так вот. Ну и там уже смотрите, чтобы было так аккуратнее, максимально завернуто аккуратно, чтобы у вас просто ничего не повыпадало, вот. И таким образом, ой, вот таким вот образом делаю вот такой вот конвертик. Немножечко вот так вот придавливаю и выкладываю на сковороду. Сковорода тем временем разогрелась на сухую, повторяюсь. И накрываю крышечкой немножечко, и сыр подплавится, и сам лаваш немножечко подрумянится. И вуаля, вкусный и полезный завтрак готов. Не зря у меня здесь стоит вот такая вот правильная
вкусная и полезная тарелочка. Ну и по возможности стараемся сейчас, девчата, хотя бы немножечко себе помочь и соблюдать правила тарелочки, чтобы в ней были и белки, и жиры, и углеводы. Вот у нас с вами клетчатка в виде бурячка, жиры у нас идут и с кунжутом в том числе. Углевода немножечко, это лаваш. Ну и внутри вы видели там белок и тоже немножечко жиров. Но это еще не все. К такому приему пищи у меня еще будет, знаете что? Все правильно, это чашечка божественного и вкусного американо. Так что вот такой незамысловатый, быстрый, самое главное, вкусный и полезный завтрак будет у меня сегодня. Американо без молока и без сахара. Обычно пью с молоком иногда, но сегодня вот мне захотелось именно так. Смачного! Так, ну что, девчата, пришло время обеда. Вы у меня очень часто спрашиваете: Лен, как вот ты похудела, вот ты считала калории? Никогда их не считала и особо не рекомендую. Нужно просто ориентироваться на правила тарелки. И, собственно, наглядным примером я вам покажу. Калории считаю исключительно в тех случаях, когда мне нужно понимать, сколько же я могу, ну, в основном я выпечку считаю, сколько там калорий. Смотрите, когда готовлю. Смотрите, как я составляю правила тарелки. Ну вот, собственно, есть наглядный пример моей тарелочки, правильно сбалансированной. Ну и чтобы вы понимали, сейчас я вам покажу, что такое обед и как я его для себя собираю. Да? То есть вот правило тарелки — это, естественно, уменьшение порций. Почему у меня пошел результат? Потому что я начала уменьшать порции. Ну и, соответственно, я вам покажу, что у меня составляет. Это правильно сбалансированная тарелка. Белки, жиры, углеводы. Сейчас я беру углеводов сложных. У меня здесь идет углеводов сложных. Вот, 1/4 часть тарелки. Это где-то приблизительно получается около 100 грамм. 3-4 столовые ложки углеводов. Да? То есть, вот, пожалуйста, это наглядно. Дальше, что я беру дальше? Дальше мне нужен белок и... белок, жиры и немножечко клетчатки. Сегодня у меня в виде белка и клетчатки в том числе будет что? Будет у меня голубцы. Рецепт приготовления этих божественных голубцов вы можете увидеть на моем канале «Смачни будни богини». Там я, девочки, для вас специально приготовила. Вот я себе беру 2 голубца. Вот, пожалуйста, 300, ну почти, да, 294 грамма идет моя тарелочка. 300 граммов идет тарелка. Дальше. Дальше я уже не взвешиваю, я просто отставляю свою тарелку и сюда добавляю еще немного клетчатки. Что у меня будет сегодня? А сегодня у меня будет морковка. Ну и, собственно, чтобы это уже как бы наглядно показать, да, чтобы вам было видно весы, вот, пожалуйста, моя тарелочка до 400 граммов, 377 граммов вместе с салатом. Поэтому ничего сложного нет, вот просто, давайте это я уберу, чтобы не мешало. Вот просто возьмите свою тарелочку и условно ее поделите, вот как показано, собственно, на картинке, да, правила тарелки. То есть тарелка делится пополам. Вот эту часть тарелки составляет клетчатка, составляет салат. Что сюда входит? Сюда может быть перец, брокколи, капуста, помидоры, яблоки, но это уже идет как дополнение. То есть вот эта часть тарелки — это овощи, зелень, фрукты. Кстати, еще у меня к завтраку, ой, к обеду будет еще фрукт. Фрукт — это будет груша. Вот хорошо, что вы мне напомнили. Обычно яблоко беру, но сегодня будет груша. Дальше, 1/4 часть — это белок, и 2/4 часть — это углеводы. Вот, собственно, перед вами один из оригиналов, скажем так, моей тарелочки, правильно сбалансированной, на которой я постройнела на 57 килограммов. И сейчас мне очень легко удерживать вес, потому что я понимаю, что если будет максимально у меня сбалансирован рацион, да, то есть будут и белки, и жиры, и углеводы, вот тогда и будет результат. Ничего сложного нет, очень важно, девчата, немножечко, ну, скажем так, вникнуть в эту тему, да, и тогда обязательно будет результат. В любом случае должен быть контроль. Вот как ни крути, как бы нам ни хотелось,
похудеть на какое-то количество килограммов, а потом есть все подряд. Так не бывает, девочки. Я вам с полной ответственностью могу сказать, что так не бывает. Поэтому старайтесь придерживаться максимально правильно сбалансированной тарелочки. Старайтесь, чтобы промежутки между приемами пищи были хотя бы 2,5-3 часа. Это такая голодная пауза. В этот момент не будет подниматься инсулин, потому что подъем инсулина, это естественно идет не на улучшение нашего с вами здоровья. Это мы уже с вами проходили, скажем так, не на одном уроке на моем YouTube-канале в том числе. Поэтому вот, пожалуйста, и вуаля. Что здесь? Почему не заморачиваюсь? Можно было бы еще что-нибудь на ужин приготовить отдельно. Не хочу, не хочу, потому что сейчас и не то время немножечко, знаете, как говорится, выпендриваться. Возьму на ужин вот те же самые голубцы ленивые, потому что здесь есть и белок, здесь есть и клетчатка. Не знаю, может быть, и возьму, еще у меня есть там капуста в холодильнике. Если нет, значит, на ужин будет просто 2 голубца и сделаю себе чашечку чая. Обычно вечером я могу еще попить зеленого чая. Все. Единственное, что углевод сложный вечером я не использую, потому что инсулиновый отклик на углевод тот же самый, что и на простые углеводы, да, хоть это и сложный углевод. Поэтому я его просто не использую. И мне достаточно хватает в организме всех тех макро-микронутриентов, которые заходят в течение всего дня. Естественно, стрессы, естественно, кортизол, он будет зашкаливать, но тут уже нужно смотреть, либо это аппетит, который присутствует, и с ним нужно бороться, да, либо это голод, а раз голод, значит, где-то что-то недоработано в тарелке, значит, где-то что-то получается недоедено, то ли, ну, я более чем уверена, что недоедено белка. Кстати, сейчас у меня проходит марафон, и одна из зрительниц на марафоне спрашивает: Лена, можно я вместо, ну, я там рекомендовала придерживаться определенного меню, можно я вместо, вот даже как посмотреть сегодня, да, вот лаваш сегодня, творог, сыр и все, да, это мы такое сделали. Там было немножечко другое меню, и в составе лаваша внутри было мясо, был, ну, типа а-ля шаурма, если я не ошибаюсь, но там было мясо. И вот зрительница говорит: можно я вместо основного приема пищи уберу мясо, ну, там или не было мяса на тот момент, или я не помню причину, я оставлю лаваш, оставлю капусту и все это поджарю на гриле. Можно, конечно, конечно, можно, но белок — это строительный материал. Белок нам с вами помогает в стройности, горит у нас жир, а не мышцы, да, и белок — это строитель. Поэтому не забывайте о белке, что в каждом приеме пищи старайтесь, чтобы обязательно что-нибудь добыло белковое, не только углеводное. Потому что если будет больше углеводов, мы будем наливаться, и, соответственно, мы не будем стройнеть, да, то есть это будут постоянные отеки. Поэтому старайтесь, чтобы хотя бы немножечко белка было в каждом приеме пищи. Во-первых, это будет насыщение. Во-вторых, я нахожусь сейчас в климаксе, и очень важно контролировать, чтобы белок тоже был в рационе. Так что все, девчата. Ну и, в принципе, да, вот перед вами классическая тарелочка сегодняшнего ужина. Единственное, будет она без сложного углевода, я его полностью уберу. Все, все, девчата. Очень хочу, чтобы мои тростиночки стройнели с умом, стройнели без вреда для своего здоровья, а в удовольствие и в кайф. Я вам желаю всем тихого, мирного дня. Так, моя ціль – утримувати вагу мінус 60 кілограмів, тобто 77 кілограмів, але й не перевищувати, не перескочити 80, да? Тобто 77-80. Сьогодні 24 січня, середа, і моя вага на сьогодні 77-100. Хто молодець? Оленка молодець, і ви – кожна моя тростиночка, ви в мене найкращі. Пам'ятайте про це.